Друзья, всем привет, с возвращением или добро пожаловать на канал Dead Players 813. С вами, как всегда, Данил, моя жена. Даша. И мы совершаем наши первые маневры в третьем сезоне Call of Duty Black Ops Cold War. Признаться честно, Даша попробовала немножко зомби. Однако она еще не смотрела толком боевой пропуск и вообще, что у нас в сетевой игре появилось. Да, сегодня у нас получается по плану просмотреть боевой пропуск, разобрать... Так скажем, ну, как в прошлый раз у нас было, мы, кстати, да, ссылочка в описании, как это было у нас во втором сезоне. Ну и, конечно же, попробовать сыграть. Да, я так понял, карта-то новая нам по-любому обеспечена. Ну что, вы готовы, дети? Ну, давай. Гора Имантау, советская территория, 2 июня 1984 года. Так, чего у нас тут? О, солдатик с термосом. Чаёчек хоть захотел попить. You be one champion! Сука! Так, ага, ствол из первой Black Ops. ППшка. Блин, ну... Это чурла какая-то, не знаю, фанатка Саб-Зиру. Блин. А вдруг она дочь Саб-Зиру? Тьфу-тьфу-тьфу, не надо нам еще слияние все... А это что за крендик? Что за потомок викингов, мать его? Еще и британец. Это типа что, натовцы? Наши? Или что? Ну как наши, типа хорошие. Типа русские же все равно показаны плохими. Так, смотри, смотри, программа Драговича. Тени. Я зову Тень? А, и она работает на шва? То есть это все-таки плохие ребята? А ты что, думал, опа, хорошие? Опа, Адер. Выполняйте задачу. Не, я смотрю, просто чувак с британским флагом мочит советских ребят. Я так понимаю, что типа это... Они не за шва? Свалят на Америку. С Адлером тоже почти разобрались. Можно начинать. Что, ох, ядрить твою налево. Он, походу, дело собирается это сделать. Верданский, твою мать. Не, ну я слышал, что типа сейчас будет у карты Верданск стилистика 84-го года. И сейчас проходит в Warzone это событие, где Верданск уничтожают. Но честно, мне на это так насрать. Мне в жопу это Warzone. О, вот. Ну так ты вот выбрал последний раз. Так, ну чё, смотри. Ты. Вот у нас появилось, смотри, Ямантау. Лицо. Какое-то лицо к лицу. Давай нажми, посмотрим. Дубинки и камни. Так, подожди, Ямантау. Ну, понятно, карта новая. Лицом к лицу дизель. А, это, наверное, вот эта карта новая для этого режима 2-2, я так понимаю. Ну-ка. А, нет, 3-3 с возрождениями. Надо бы потом попробовать. Дубинки и камни. Че-то у нас. Только арбалеты, баллистические ножи, томагавки. Так, зарабатывайте очки, убивая противников, игрок убитый томагавком теряет... А-а-а, я понял. Чё, игрок убитый томагавком? Игрок убитый томагавком теряет все очки. Побеждает игрок с максимальным количеством очков на момент завершения игры. Ну чё, давай начнем с Ямантау. А, стоп. Боевой пропуск. А ты прочитал, что дубинки и камни? Короче, я так понял, это типа режим перестрелка, но используются только арбалеты, ножи и томагавки. Именно баллистические ножи. Да, которые стреляются. Да. Я так понял, просто здесь должен появиться баллистический нож. И вроде он как. Он здесь есть. Он здесь есть? Да. То есть ты уже успела, зараза такая, посмотреть, да? Да. И удиви меня. А я не туда же зашла, он же во второстепенном виде оружия. Ну, допустим, особое, что у нас там дальше? Баллистический нож. Ух ты, блин, как. Получить медали в голову или один выстрел, один труп за одну игру. Да, за одну жизнь даже. В 15 разных боях.
Но, в принципе, это можно, почему бы и нет. О, смотри, медали, выстрел в голову и один выстрел, один труп. Короче, ты должен за одну игру сделать и в голову, и выстрел, один труп. А-а-а! Это жесть. Такой лошара, как я, точно не справится. Чё? Все возможно. Чё? Я вот, знаешь, если ты сделаешь это быстрее, чем я не удивлюсь этому. Не знаю. Что-то я в последнее время вообще по зомби. Не тренди. Все, давай смотрим боевой пропуск. Сегодня мне не очень охота играть. Давай смотрим боевой пропуск. А сегодня я еще когда зашла в зомби играть, у меня почему-то было два неиспользованных жетона, я случайно нажала, и у меня просто сразу же, смотри, плюс два было уровня сразу же боевого пропуска. И это я еще в зомби набила. Так, все, хорош трендеет. Ну-ка смотри, что там у нас на первую. Так, вон это кикимора. Да успокойся ты, кикимора. Да, блин, садомаза какую. Я так и буду назвать. Это твою мать. Ну-ка нажми это. Может, вначале купим, а потом уже будем смотреть. Я просто хочу... Блин, это что за фанат раннего творчества Леди Гаги, извините меня? Что за макияж, мать его, идти? Что за рыжая тряпка, а? Он мне знаешь, кого сейчас напомнил? Кого? Как ее правильно зовут? Ну? Кавейра. Кавейра? Да, только не хватает белого этого. Да-да-да. Хотела сказать Котвейра. А, из этого мультика? Да. Так, ладно. Ну что, хочешь взять боевой пропуск? Ну, тебе позволяет. Давай. Стандарт. Берем. Ох. Ну что, значит, вот это мы получили мгновенные награды. Что у нас дальше? Это что? Подожди, ну-ка верни в прошлое. Да давай сначала начнем, а? Ты не упендривайся. Ладно, хорошо, эмблемка. Часы. Ледяные часы какие-то. Пепел Веллингтон. Ёпара, СТ. И ты тут. Даже меня тут. У меня фамилия Пепеляев, и очень часто называли Пепел, поэтому... А, ну, соответственно, у Дашки тоже фамилия Пепеляев, а чё, я не сол? Блин, забавно, жить семейной жизнью. Ну, как всегда, дополнительный опыт. Ну, понятное дело. Плюс 10 опыта. Наклейка. Ну, понятно. Визитка. Ай. Я на них вообще не обращаю внимания. Странная такая визитка вообще. Угу. Так, жетон двойного урона сейчас. Него? Советская ракета. Блямба болтается. Так, это что у нас? Аук? Да, походу. Чертеж. Угу. Опа-на. 10-й уровень уже вижу. Что-то там уже прикольное. Машинка. Смотри. Прикольно, такая советская гоночная машина. Ну, Warzone. Хер с ним. Как я уже сказал. Бег. Ну, вроде неплохо. Как-то, как в принципе, как я и люблю. Пахнет серьезностью. То есть более-менее такой правдоподобный облик. А не то, что вот это садомаза спецназ. Да-да-да, я заколебу тебя сегодня с этим. И, наверное, всех. Да-да-да-да-да. Это, видимо, это. Тоже наклейка. Ну, наклейка хрен с ним. Сердечный приступ. Угу. Ну, и название. Ну, ладно, фиксим. Так, ну, понятно, монетки, жетон, ППШ. Ну-ка. Да ладно, серьезно. Ну-ка, жмякай. Ту-ту-ту-ту-ту. Давай, прогружайся. Прогрузиться. Не, все это прикольно. Я, конечно, хотел спросить, какого лешего в заставке был спецназ с ППШ. Ой, фу, спецназ. Советские солдаты с ППШ. В 84-м году. Ну, а что не так? Так это оружие 41-го года. Ага. В том вся суть. Щелк. Ты что, снова нажал ППШ или что? Ух ты, блин. Прикольно. Я этим мало пользуюсь. Только если в зомби режиме надо сказать, дебил, не страдай фигней. А ведь неплохо. Более-менее из всех чертежей как-то сносно что ли смотрится. Что у нас тут? Ага, добивающий удар.
Ну, ладно, сойдет, в принципе. Ну, это получше, чем было в прошлом сезоне. Парк! Парк уж. Ну, вроде ничего, но как-то слишком скромно, что ли. А мне нравится. Не знаю, там есть какой-то, это, знаешь, в комплекте такой авиационный скин, который мне нравится. Мне кажется, вот такие его можно было сделать. Ой, как-нибудь. Ты найдешь всегда к чему придраться. Да, найду. Тем более после того, как я видел портного с заячьими ушами. Портного с заячьими ушами. Да, и розовая винтовка. Розовая винтовка, что? Ты забыл еще упомянуть парк с блондинкой в розовом. О, все, точно. Это жопа, это жопа. Это чертеж, да? Да, это чертеж. Так, что дальше у нас? Так, опять чертеж. Шторм, на этот раз для штурмовой винтовки. Эх, хрен с ним. Ну, прикольный. Такая такая. Не знаю, я не люблю таких чертежей. Ух ты, для мотоцикла. Сойдет. И для этого тоже для Warzone. Так, вижу ли 30. Мне интересно, а почему вот он в Black Ops нет такого? Я бы на таком бы покаталась. Ну, типа, вот это 80, а там современность. Типа, вот для старперов, вот для молодежи. Добровик, смотри, добровик. Ничего такой симпотный, а-ля такие, знаешь, картели. Мне интересно, мать, как он будет по мощности? Мне кажется, слабенько. Думаешь? Он, наверное, будет выигрывать по скорости, а по мощи, ну, я бы не стал брать такой в зомби-режиме, если честно. Прицел. Да хрен с ним, если честно. Симс. Симс. Служба безопасности. Ну, тоже скромненько. В прошлом сезоне у Симса был лучший облик. Смотри, у него прям такая лента из патронов. Угу. Ух ты ж. Какой он деловой-то, а? Не, во втором сезоне был короче. Ну, чё, ладно, нормально? Ну ладно, тоже сойдет, Игорь. Хватит придираться, а? Так, что, новая пушка? Точно. К-91. Новенькая снайперка. Неплохо. Почему К-91? Тут написано К-31. Ай, К-31. Фу ты, блин, почему назвал К-91? Не знаю. Оговорился как-то. Ладно, дальше. Только. Прикольно. Не знаю. Часы. Пистолет. Это. Тоже крысиный хвост. И он не пойдет в комплект с дробовиком из прошлого сезона. Ага. Да-да-да. Ну, дальше, что у нас там? Так, ну, жетон. О. Ну, такой жест можно. Ишь как. Неплохо, неплохо. Такое можно использовать. Так, тоже чертеж. Так, ага. Ага. О, как. Ну, ладно. Прикольно. Сон. И снится сон мне, только не этот сон, или не это, это же корейский спецназ, типа у нас, на стороне НАТО. Ой. Так, ну ладно, что неплохо, если честно. Я думала, ты это будешь критиковать больше всего. Да нет, если честно, более-менее. Вот это вот как раз-таки, по-моему, очень даже неплохо. Ну, понятное дело, очки, чертеж. Что у нас там еще есть? Жетон. Музычка из третьего Black Ops. Если честно, музыка из третьего Black Ops мне не очень зашла. Да, как и вообще все третьи Black Ops. Чертеж. Угу. Жетон. Прицел. Как всегда. Угу. Так, ну, понятно. Так, а это у нас кто такой справа? Варгас. Нифига себе, для базовых оперативников. Угу. Я почему-то не помню, как выглядит Варгас. Этот, колумбийский кепки в очках. Вспомнила. Не знаю почему, а вот это мне что-то прям нравится. Мне не нравится. Ну, согласен. Мне вот вообще бесит вот эти вот скины, которые там с этими масками, вот это вот все там, где вот тупо вот закрывается вообще лицо. Ой, ты любишь личико. Так, что у нас наклеить? Да некрасиво смотрится, потому что ужасно. Нормально. Ужасно. О, какой-то амулетик. Ну, так. Повернись на амулетик, я амулетик не посмотрела. Господи. Хрустальный черепочек. Прикольно. Ну, я да. Такой себе сделаю. Девушки любят али мамулетики. Мамулетики. Вот это же моя оговорка. Мамулетик. Поразился от меня. На него, кстати, в последнее время это нашло такое, что он начал мои все оговорки записывать. Ну да. Добровик. Аргурчик. Вместо слова огурчик.
9.19. Так, тоже чертеж? Угу. Миллиорды. Так, это что у нас? Powers? Да. Что-то ну как-то ну... Чистый лист. Что-то ну... Не, ну не... тебе же нравится вот такое вот классическое. Ну что-то, блин, ну слишком уж как-то дешево, что ли. Слишком уж как-то вяло. Опять прицел. Часики. Так, визитка. Типа... Типа Вудс прошибает голову зомбарю. Я так понял. Чертеж. Это что такое? Эмблема. Эмблема гнилые мозги. Клёво. Извращенцы. Нормально. Амулет, летающая тарелка. Типа не видно даже верёвочки. Прикольно. Это у нас ещё кто? Хантер. Вопросов нет, но причесон говно, если честно. Да нормально причесон. Ну да, подокапываться хоть чуть-чуть. Ну, надо подокапываться, надо. Я бы, конечно, еще кое-что сказала, но я воздержусь немножко. Не боюсь, люди неправильно поймут. Да, лучше оставим это в нашем семействе. Так, попса 80-х, вторая часть. Ладно, сойдет. Кстати, вот это... что-то... Ну, это... Да нормально, прикольно. Типа такое инопланетянское. Вот это вот... Смотри, следующее. О, прикольное вообще. Типа анимешка. Блин, ну это что за извращение, ребят? Дайте я посмотрю на это. Римская роскошь. Давай, прогружайся, сволочь. Пистолет-пулемет Альфа. Это что такое? Блин, ребят, вы извращенцы. Это пистолет-пулемет миллионера. Миллиардера. Так, прикольная. Это Зейна? Зейна. Мне вот интересно, если мы вот откроем ее вот этот облик, у нас получается она как оперативник будет будет доступна, но только в этом облике, что ли? Да, да, ты забыл, что ли? Какой-то из персонажей, помню, мы открывали, и получается, у тебя он уже был открыт, а у меня нет. Я по боевому пропуску дошла, открыл, не открылся этот облик, я только лишь в этом облике могла играть. И я даже помню, кто. Это был Вудс. Вудс? Ядовитый укус. А я вот просто не помню, кто. Я помню, да, ты его открыл в боевом пропуске, а самого Вудса еще не открыла. Потому что надо было тебе 15 раз уничтожить 3 игрока за одну жизнь. Так. Ну кто? Так. Гарсия. Вдохновлены явно Assassin's Creed. Это да, вообще похож. Реально. Хотя, если честно, знаешь, учитывая, что Гарсия у нас латиноамериканец, то это очень даже ему подходит, такой облик, если честно. Да прикольно смотрится. Это ладно, вообще. Это прикольно. Так, что у нас там дальше? Тоже часики, музончик попса, третья часть. Ой-ой-ой. О, это в смысле? Это что? Это в смысле? Это как так? Я вот сам хочу понять, это как так? Он меняет цвет прямо, что ли? Серьезно? То есть он прям на ходу меняет цвет? По-моему, это мало перебор. По мне так прикольно. Чё? Ну ты же знаешь, я же любитель всякой серьезной тематики. Ну дух холодной войны должен присутствовать. А вот это вот губит весь дух холодной войны. Да успокойся. Даша, ну как успокойся? Ну ты посмотри на Чуверлу, а. Она злодейка. Успокойся, ей можно. Да это скалопендра какая-то, блин, а не злодейка. Что за... Блин. Ты ворчал по поводу Наги, ворчал так по там реально шняга шва, была. Ну, сейчас по поводу тени. Не, ну ушла. Следующего тоже персонажа злодея будешь в следующем сезоне обсирать, да? Не, ну ушла-то ладно, там прикольный был скин. Ну, у Наги-то реально шняга. И это чего тоже... Ну, у Наги я согласна, то, что на сотом такое, ну, так себе. Ну, так это то же самое Леди Гага, блин. Да прикольно, мне нравится. Я бы ей бы побегала бы. Вот еще доказательство, что мы с тобой все-таки разные люди. Но семейка у нас одна. Сумасшедшая. Сумасшедшая, да. Очень. Ага, особенно ты. Нет, особенно ты.
Ты бред больше несешь, чем я. Я несу уникальный бред. Налей мне попить, а? Налить тебе попить? Да. Ладно, пока Дашка будет вас знакомить с исполнителями. Я сейчас, кстати, посмотрю, может, что-нибудь новое. Блин, какая линейка, слушай, у них там появилась исполнителей. Ну, вообще, еще больше стало. Вот, тут смотри, стало доступно. Оп. Перемешивать можно тут, любого погоди, игрока капитан выбрать. Капитан Прайс? Серьезно? 80-х? Капитан Прайс? Да. Че ты тут забыл, воин? Ты, блин, в 2009-м по сюжету Modern Warfare лейтенант еще. Как ты в 84-м оказался капитаном с такими же усами? Ой, Вудя. Кавейра, блин, недоделанная. Кавейра в мужском обличии. Ты хорошо мне сказала. Так, ну Ривас, это понятно, второй... Не, ну ладно, по сюжету она у нас типа там партизанка местная, ладно, это сойдет. Это прикольно, она... Ну, такая... тебе прикольно, для меня просто терпим. Вот то, о чем, что я хочу. Ну, ладно, Максис, понятное уже, дело, зомби режим. Уже какой месяц я хочу Максис. Чу-чу-чу-чу. Ну, хочешь, копи потихоньку, помаленьку. Вольф. Тоже какой-то непонятный. Вот это вообще, блин, что-то сварщик. Это еще из прошлого. Да. Зейна, ну ладно, это сойдет. Ну, тут из новых только лишь... Ну, получается, Прайс. Вот Прайс. А у ОВД получается, что у нас там? ОВД. Опа-на. О, здравствуй. Каким лешим тебя сюда к нам занесло? Саб-Зиро. Не, наверное, я буду ее называть... Я ничего не нажимала. В смысле, она у меня сразу... У тебя просто, потому что мы открыли новый оперативник, у нас видос появился. Вот и все. Ай, капец. Так, Стоун, это что? Это... А... Твой... Клюквенный персонаж. Сука! Налей мне попить, успокойся и налей мне попить. У вас действие происходит в 84-м году. Какой нахрен ЧАЭС? Что это за чуэрла, мать вашу? Что? Блин, это вообще какой-то потомок викинга. Ми-6, бывший Персей. Капец, блин. А это, кстати, у нас кто? Наведи на тень. Тень? Так я только что была. Разведка Норвегии бывшая. А, вот я почему подумал, что они типа за нас. Потому что у них вид-то на русских они не похожи по обличию, кроме вот этого, сука, Антонова. Антонов. Ёб, блин. Я теперь спать не смогу. Извращение чистой воды. Капец, ну просто капец. Чё, хочешь Прайса? Я выбрала. Выбрала? Да. Ну чё, с чего начнём? Как думаешь? С Ямантау? Давай с Ямантау. A few moments later. Ямантау. Ну что, ты будешь рулить? Попытаюсь. Если попробуй. Что, перехватишь. Ладно. Ребята, если что, мы будем играть вдвоем. Но с одного игрока, понятное дело. Да. Но профиль Дашки. Дашка просто давно не играла в этот, в сетевой. Чисто в зомбяк зависала. Ну, все, поскакали хлопцы. Убийство подтверждено. О, убийство подтверждено. Все цели считать враждебными. Слушай, карта, по-моему, напоминает немного этот оригинальный, вот из Black Ops 1, я забыл название ее. Слушай, ты вроде их накрыла. Я гранатку кинула. Успела. Одного я убила только. Ну, ладно, главное убила. Так, справа, я так понимаю, тоже был ход, да? По-моему, да. Ой, какое место-то нехорошее, ой, какое место-то нехорошее, а? Ой-ой-ой, как все открыто-то. Берегись, кажись, обрыв. А! Фух, слушай, там, походу, реально был обрыв, да? Ага, точно. Все, ну нафиг, не надо, не падай. Не падай ни духом, ни телом. Это... тут вон какая фигня есть. Да. Так, тут что, наши? Они, походу, делают... Я не знаю, где кто! Ты думаешь, я знаю? Я вообще первый раз вижу карту и при этом играю, а не я.
Так, 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 так. Ну вот это вот опасный, конечно, проход. Если тут снайпера засядут, а если они еще и кемперы, то все, пиши пропало. Так, вон он там ходил. Или его грохнули. Да блин, а кто же туннель-то подбирать будет? Блин, вот это меня капец вот тоже убежит. Блин, вот это пар вообще ни к селу, ни к городу. И богу, а. Ну, нафига? Товарищи разработчик, перестань. Да он бегает! Пусть бегает, круши! Ты не понял, кто там бегает. Максис там бегает, вот кто там бегает. А, Максис бегает? Да. Ну, блин, хочешь? Максис, хочу. Хочешь, блин. Ну что, зарабатывай, значит, на нее. Хотя, не знаю, я бы не стал бы ничего тратить на таких вот. Круши! Отлично. Он мину поставил. Сказал же, вот заметьте, вовремя сказал. Нет, ты познаваться. Вовремя я сказал, не пошла. Надо, не гони тут на меня. Все, помолчи. Не буду. Тебе лишь бы меня сделать виноватой. Ну да. За что ты меня так не любишь? Я тебя люблю, но надо как-то. Ну ладно. Свою в лепту ты мне унесла. Нет, там, по-моему, именно нет, добили. Нет, он меня убил все-таки. Ну, за тебя отомстили, уже хорошо. Вы пока что вы ведете, тоже меня радует. Так, идет. Хорошо. Это я хорошо. Мне. Блин, вот неудобный, конечно. Опа, на чья перделка прилетела? Наша, походу. Вот, точно, да-да-да, вон он летает. Наша перделка. Як-38. Мы как раз, кстати, с тобой про него видео делали, да, помнишь? Нет? Да, конечно, помню. Вообще кто-то там ошалел 70 кидать. Да кто-то снизу, походу, дело кидает. Я за жетоны. Ну, правильно делаешь еще. Надо идти в открытие. Чем больше жетонов, тем быстрее мы выиграем. Согласен. Блин, ну это я сейчас очковал, что ты это делаешь. А я так, наверху кто-то есть. И прям походу рядом. Нет, блин, конечно. Ой. Это свои, свои. Блин. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Так, его сняли. И меня сняли. Блин, ну как меня эта труба уже начинает бесить. У тебя, кстати, машинка есть. О, точно. Машинка выехала. Прайс такой весь из себя суровый. Хотя, опять же говорю, была бы в этой вселенной его суровость бы оправдана. В оригинальной? Мне кажется, хороший дед. Круши! О, получилось. Жетошку еще заберешь, будет цены деньги. За права, но при этом меня убили. Мин. Самолет-шпион. Конченая труба. Ёшкин ты краб. Так, сама говоришь, кто же тошки собирать будет? Я думала, там еще кто-то есть. Дашка, да перезарядись ты, ёлки-палки, а. Три патрона. Не выпендривайся, блин. Сама лошара. Чё? Чё? Да, сейчас было обидно, конечно. 55-31? Мы выиграли. Ну, да. Угу. Мне же интересно знать, на каком же я месте. Ну, хочешь, вруби экран. Ну, как поспокойнее, в принципе, будет. Попозже. Мы скоро закончим. Ну, я о чем и говорю. Паркуш. Ага. Офигеть. Сегодня свои, только... Свои. Максис. При этом ты выстрелила, а он же говорит, проверь прицел, черт возьми. Где чё? Кто? Я вот тоже думаю, где кто? Че, в здании все, что ли? Походу, да. Так. Че, сама оплошалась?
Мне кажется, я на последнем месте. Или предпоследнем месте. Сейчас верю. Сейчас может быть на последнем месте. Вполне. Не знаю, зачем я кинула, не спрашиваю. Да ладно, нормально. Кто-то и мог бы, наверное, на это дело повестись. Сраная труба, блин, а. О, сработало. Вон они, сволочь. Ну ладно. Все равно мы выиграли, все равно мы выиграли. Мы это сделали, да, мы это выиграли. Ура. Ну да. Вот кемперюга, а. Хорошо, что ее наказали. Это уже, блин, ну... Зараза, ну хватит уже лежать, шкериться. Этот игрок умудрился убить двух сразу. Убил? Это возрождилось и снова убил? Нет. Видимо, да. Похоже на то. Ну что, давай посмотрим, где это у нас. Давай. Давай. Так, что-то почему-то сразу вышло отсюда и туда. Ну, ходи из подбора, включай тогда. Так. У меня третий. Третий. Успела, блин, с зомби порубиться, а зараза такая. И четвертый этап. Опять нее догонять придется. Да. Так. Ну и последняя. Ну, хотя, в принципе, не удивительно, что вы их сделали. Их было пятеро. Ну, что сказать, сегодня, Дашка, ты лошара. Да я знаю, смотри, я на последнем месте. Все, значит, выходишь из зомби и рубишься нормально здесь. Тем более. Нет! Тем более для этого есть повод. Я вон только что заметил, смотри, охота на Адлера. На пол сразу посмотреть, что мы не посмотрели толком. Одна. Так, провести и завершить 7 боев на карте Имантау. Это одна игра есть. Это легко. Следующее что? Так, разведданные, полевая разведка, убить 25 противников. Одного даже убила. С применением БПЛА, самолета шпиона или полевого микрофона. Ну, ты один из БПЛА вызвала, видимо. А следующий чё? Так, убить 25 противников с прерыванием серии убийств, используя перк ликвидатор. Нормально. Просто один, один, один. Ну, уже неплохо. И как я понял, нам надо выполнить хотя бы 3 задачи, чтобы вот получить бонус на награду скин Адера. Ну да. Почему же нет? А, посмотри, сделай просмотр скина, скин Адлер. Давай сделаем вот так вот. Где у нас мистер Адлер? Так. А его здесь нет. Хм, вот это интересно. А здесь его просмотреть, да, нельзя. Возвращайся в события. События, да? Да. Давай подробнее. А, вот. Спасите Адлера. Шов удерживает Адлера в неполном месте Берданска. Вычислите это место по косвенным данным и проведите эвакуацию. Завершайте испытания по сбору данных в Cold War и Warzone. Нафиг ваш Warzone. Так, завершите серию испытаний в Cold War или Warzone. Нафиг ваш Warzone еще раз. Да, извините, что получите эксклюзивный облик, замученный и спасенный. Видишь, как оно? Вот так. Ну, чё бы нет. Можно. Почему бы нет? Тем более, раз можно достаточно для этого использовать, как я понял, 3 задачи, либо из Black Ops, либо из Warzone. Это хорошо, значит, в треклятый Warzone нам заходить не придется. Спасибо, ребята, вы меня услышали вот за это. Честно, разработчики, спасибо вам большое, что вы не заставляете насильно заходить в этот мышиный режим. Ну, что было еще хорошо, когда появилось нашествие, я помню, что ведь тоже подобное событие было. Да-да-да. И там половина заданий к Warzone, половина к Black Ops. Ага. Это тоже хорошо было. Варьзон. Во. И я, кстати, все задания быстро выполнила, помнишь? Да, я тоже. А я быстрее сразу. Я говорю, вот за это капец как спасибо, потому что реально, вот режим Warzone нам не нравится. Он очень, я не знаю, почему Секумарик, он скучный. Он реально скучный. 20 минут ищешь всяких кемперов, а потом резко все начинается и происходит хаос. Нафиг такое. Лучше в обычный сетевой режим зайти да пострелять. Куда веселее. А мы любим играть ради удовольствия, а не каких-то там спортивных достижений. Согласна, Дашка? Ну да. Ну ладно, друзья. А еще я люблю мочить зомби. Ну ты-то зомби. Особенно. Зомби! Она только благодаря зомби оторвалась на меня на 32 уровня, блин, престижа. Прикиньте! И она еще говорит, что в нашей семье я задрон. Нормально, нет? Я случайно. Ладно, друзья. Я случайно. Я не специально. Да тихо ты. Хотя вроде специально. Сволочь. Ладно, на этом у нас все, друзья. Надеемся, вам видео понравилось, что оно доставило вам удовольствие. Ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. Да, мы будем дальше пытаться поддерживать нашу приятную ламповую семейную атмосферу.
Мы очень рады вас всегда видеть на нашем канале, читать комментарии. Это да. Ну что ж, с вами были Данил и Даша. Канал DDPlayers 813. Всем пока. Пока-пока.